Блин, какая жесть. Это просто жесть. Нам по-любому с тобой в салон надо идти. Что я сделала с ее волосами? Уже стыдно какой. Что это? Моя няша с мокрой башкой, потому что иначе мы опоздали. Приехала в магазин, чтобы докрасить волосы. Всем привет! Сегодня я нахожусь в Питере. Так уж исторически сложилось, что в Санкт-Петербурге у меня очень много друзей. Ха-ха-ха-ха. У меня тут очень много друзей, ну прям пипец. Ха-ха-ха-ха-ха. Я пью кофе со вкусом розы. Просто живите теперь с этим, потому что я первый раз пробую такой кофе, и он абсолютно прекрасен. Ваше кофейное здоровье, господа. Сегодня я буду встречаться с моей подругой. И познакомились мы с ней, короче, еще очень давно в Ролке. Она была Сакура, я была Ина. И я ей сказала, что мы просто обязаны во время этого моего пришествия. Пришествия, здравствуйте, до свидания. Это Краш. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, напишите какого цвета лайк в комментариях. Я сказала, что мы просто обязаны воплотить эту давнюю фантазию в жизнь. Ну, то есть, сделать фотографию Сакуры и Ина. Должно быть, вы не до конца понимаете, к чему я все вам это рассказывала. На самом деле, в этом даже был смысл. И смысл в том, что у нас не было розового парика. И она сказала, а давай ты покрасишь меня в розовый. А я такая, что? А она такая, ну да. А я такая, а она такая, угу. Поэтому я буду красить ее сегодня в розовый. Я буду моими кривыми руками, а вы все знаете, давайте просто помолимся во славу ее волос. Буду красить человеку волосы в розовый цвет. Ради фотографии. Здесь должна быть моя очень нескупая и очень не самая мужественная слеза, потому что мужественность это по чужой части. О том, насколько у меня лучшие топовые в мире друзья. 7 часов утра, и я выезжаю в Питер. Кот, который нюхает мой кофе, отдай, пожалуйста, кофе. Чемик, который как бы говорит. Поехали. На улице рейн, в душе пейн. Вот это вот все, что вы здесь видите, кроме раскрытой косметики, это все не мне, это все подарки. Там лежат сплошные подарки, здесь лежат подарки. Но, короче, да, одни сплошные подарки. А можно я сниму наш номер? Да. Какой стилист на районе, и она такая, блин, это даже для тебя слишком говно. И я такая, фак, ну ладно, не возьму из уважения к тебе. Но прошло 3 дня, и я их все равно купила. Ночная баба, чему тоже виноват. Просто вот. Угадайте, где чья часть? Да, девчули заселились. Нет, нет, просто посмотрите сюда. Это Лоренина пижама. Это пижама Лорены. Ночнушечка у нас, так. А это моя. Ну, норм. Так, она еще опять что наденет. А, тут у нас штанички. Да. Девушка, я же говорю, у меня... Девочка вот приличная, то есть на улицу мы ходим вот так, а дома мы ходим вот так. Все нормально. Смотрите, здесь есть даже знаменитые питерские широкие подоконники. А это моя косметика. Ночная баба, чему тоже виноват. Сейчас, пока я буду ее ждать, я хочу сделать... Хочу попробовать сделать такой полузакос под вот этого персонажа. Да, я знаю, снова анимешники вошли в чат. Hello! Мне нравится сидеть на подоконнике, это прям удобно. Собака писала, собака какала, собака села и заплакала. Все, мой макияж для образа готов. А сейчас я пойду встречу мою Сакуру-чан, и мы будем ее красить. Я надеюсь, я не спалю ей волосы. Посмотрите на нее, человек просто взял и принес мне дары. Но у меня тоже для тебя есть дары, но сначала я распакую твои дары. Это дары. Это дары. Это мои дары. Мои дары. Мои дары. Посмотрите, где ты это вообще нашла? Это же просто прекрасно. А у меня для тебя футболка с Сакурой, ну практически. Серьезно? Да, смотри. Офигеть, серьезно? Красота. Ну, я счастлив. Короче, Лорена собирается на день рождения. Вот, мы просто ждем, когда она уйдет, чтобы я могла наконец-то покрасить мою Сакуру-чан. Вот, а я все не ухожу. Она все тут стоит, платье выбирает. Я ей, короче, говорю, она слишком нормально и хорошо выглядит, поэтому я считаю, что ей очень сильно нужен мой рюкзак со Слизерином. Ну, он зелененький, но ладно. Футболку с качаном не дам. Я думала, мы друзья. Ночная баба, чему тоже виноват. Мы накупили целую кучу красок. У нас есть 2 тоники. Одна светло-розовая, вторая ярко-розовая, потому что мы не знаем, какой цвет взять. Да, мы просто окунем меня в тоник. Если будет плохо, я завтра тебя отведу в салон. Я готова на все, все будет хорошо. Ну, почти. Теперь мне стало стыдно. Ради фотографии. Готова перекрасить свои волосы. Она захотела рассказать историю о том, откуда мы вообще друг друга нашли. Потому что это одна из моих самых best friends forever. На самом деле это... Чем упала?
было эпично. Немножко такой кринж, потому что мы познакомились на одном из сайтов, там, где ты пишешь текст не ртом, а руками, и отыгрываешь определенного персонажа. И вот, короче, вот эта дамочка, она была Ина, я была Сакурой. И мы что-то обсуждали, я уже не помню, что. Вероятнее всего, она засирала Саски, как обычно. Когда она приходила, начинался просто какой-то сплошной трешак. Народ не успевал вообще понять, что сейчас происходило. Почему-то откуда-то появлялись какие-то странные непонятные люди, которых ты вообще первый раз видишь, которые вообще существуют на этом форуме. И я помню, что было очень весело. Я помню, что я покрасила волосы в розовый. Она была первая, кто это увидел. И первая, кто с меня не смеялся. У нас всегда была мир, дружба, жвачка. На самом деле, это не просто слова, это реально так. Мы купили вот эти штуки еще. Мокрая киска, не одно и то же, что влажная кошка. Сначала надеваем перчатки. Уважаемый клиент, пожалуйста, садитесь. Сейчас будем профессионально размешивать краску. Я это уже умею делать. Сакура Чан. В каком аниме вы еще такое увидите? Где еще Ина будет красить Сакуру? A few moments later. Блин, какая жесть. Просто жесть. Нам по-любому с тобой в салон надо идти. Вообще. Ну все нормально, все хорошо. Ты меня убьешь, да? Смотрите на эту жесть. Просто это жесть. Что я сделала с ее волосами? Это не вброс. Я реально... Что это? Что это? Просто что это? Если ваши друзья готовы терпеть от вас вот такое, то, знаете, ваши друзья просто ваши лучшие друзья, потому что не каждый человек на это впишется и согласится. Мы поняли, что надо срочно смывать. Коротко о нашем результате потрясающем. Капец. Блин, тебе что, башка, что ли, это покрасилась? Да. Сука. Ну что мы с тобой сделали? Пойдем в салон, пожалуйста, я тебя очень прошу. Давай найдем какой-нибудь пиздатый салон и туда пойдем. Мы смыли краску, сейчас мы еще пока ничего не посушили. Но очень не очень. Сейчас мы пойдем за второй пачкой, ибо этого не хватило. Ну все нормально, сейчас мы докрасим и убери ток вообще. Не хватило краски, ищем, где можно ее купить. Я начала сушить Нике волосы, но потом я поняла, что если мы продолжим их сушить, то мы никуда просто-напросто не успеем, и будет полный Все хорошо. Мы покрасили табуретку, мы покрасили мою ляжку, мы покрасили все, кроме моих волос. Блин, ребята, еще просто посмотрите, вот объясните мне просто, что это за сила просто человека, вот просто, что за сила человека врываться в любое пространство и вокруг себя вот такой вот хаос организовывать, почему? И вот в таком виде на ночь глядя мы поехали в магазин. Белые ночи за окном, поэтому непонятно, что уже так, то 22:00. Ночная бабочка. Что вы еще знаете о неловкости? Насколько все плохо просто, настолько все плохо. На 10 из 10. В магазин краски вместе со мной, чтобы покупать краску, потому что этого не хватило. Мне же стыдно какой. Что я делаю в этой жизни никак? Ты со мной связалась? Я давно с тобой связалась. А то, что происходит, просто моя няша с мокрой башкой, потому что иначе мы бы опоздали. Не-не-не-не-не-не-не-не. Пожалуйста, ударь меня. Я реально не злюсь. Пожалуйста, ударь меня. Почему должны злиться? Пожалуйста, ударь меня. Молодец. Мы сейчас так посмотрели, цвет-то на самом деле, если не считать того, что я все ей обосрала, и это выглядит вот так вот. Нормально. Но, блин. Нет, не реально, нормально, прям вообще нормально. То выглядит очень даже норм. Ночная бабочка. Мы купили еще две краски, чтобы их наверняка хватило. Здесь есть бритва. Вдруг придется бриться на лысо. Не смотри так на меня. Я надеюсь, что этого количества нам должно хватить. С концов и прям снутри начну. Опомани, мой нежный гель, ты даришь запах орхидей. Все нормально? Да, все нормально. Ну все, попытка номер два, теперь мы ждем и потом будем смываться. Мы все еще едим эту пиццу с самого утра. Мы уже ели ее втроем с Лореной. Блин, Лорен, извини, мы все засрали, точнее я все засрала, я обещала это не делать, но это сделала. Лорен, я покрашу тебе волосы в голубой, хочешь? Напишите, пожалуйста, стоит ли мне покрасить волосы Лорене? У кого вы на
со мной Билайн. Время смывания волос. Ребят, я не знаю, я просто ничего уже не знаю. Надеюсь, что все будет не очень плохо. Пожалуйста, поставьте на это видео лайк. Не меня ради, а ради моей Сакуры-чан. А мне тебе помочь не надо? Нет, я нормал, наверное. Я не знаю. Подержу. Не, вроде сейчас мы с тобой не обосрались. Слушай, мне нравится. И пахнет еще, кстати, вкусно. Пахнет кайфово, наверное, эту маску пахнет. Все. Просто пока наш цвет Билайк вот. Осталось еще немного его досушить. Но кажется, что уже не так плохо. Ноник еще влажный, но посмотрите, вроде даже по качеству вот такие прям приятные волосы. A few moments later. Офигеть, блин, вы не представляете. Это реально кайфово. Мы просто охренели все это делать. Мы очень долго это делали. Да. Но оно того стоило. А, извини, я тебя забрать потрогала, я не хотела. Нет, ты мне просто покричала в ухо. И я немножко... Все хорошо. Нет, это реально кайфово. Вот мои корни, я не знаю, видно, не видно. Вот мои кончики. И это прокрасилось, и это очень клево. А это вот вайфу, не мой пока что. Это не твой вайфу. Это твой вайфу. Это не мой вайфу. В смысле, это твой вайфу? Мой вайфу на мне. А это кто? Это чувак, который косплеит Гару. Это Шота. Шота. Но Шота не мой вайфу. Но Шота. Шота вайфу Саски. Тем, пользуясь случаем, передаем привет Саске. Привет, Саске. И мы говорим о том, что у меня розовые волосы теперь полностью. Друзья, пишите в чат, кого мне следующим покрасить. И в какой цвет. И какой краской. И подумайте, вообще нужно ли это кому-нибудь, что... Короче, ребят, салон красоты мой, ну, он, конечно, всрат до безобразия, тут очень грязный и насранный, вообще Роспотребнадзор не одобряет, но вот.